В Алтайском крае стартовала всероссийская акция «Елка желаний». Губернатор Виктор Томенко и члены правительства выступают в роли Дедов Морозов. Они уже исполнили несколько самых заветных желаний детей края. Давайте мы посмотрим желание. Глава региона пообещал исполнить желание Савелия Глущенко из Барнаула. Он попросил у Деда Мороза планшет для обучения. Сегодня начальник департамента правительства края по внешним связям и протоколу Юрий Захаров от имени губернатора вручил Савелию долгожданный подарок. Сам Виктор Томенко находится в командировке в Москве. Савелий, привет. По поручению губернатора Алтайского края Виктора Петровича Томенко я хотел поздравить тебя с наступающим Новым годом и вручить тебе вот такой небольшой подарок от Виктора Петровича. Ну, открой. В предпраздничные дни подарки детям вручат и члены правительства региона. Это развивающие книги, музыкальные инструменты, спортивный инвентарь, игрушки, цифровая техника. Подарки губернаторы и члены правительства приобретают за свой счет. Напомню, «Елку желаний» проводят в рамках федерального проекта «Мечтай со мной». Благодаря этой акции подарки получили уже 450 сирот. Граждан с ограниченными возможностями здоровья и детей, проживающих в семьях с низким уровнем дохода.